Кёрлингу в Якутске быть. Сегодня в столице республики мастер-класс дает чемпион России, мастер спорта Александр Орлов из Санкт-Петербурга. Спортсмен покажет базовую технику и правила игры. Сам вид кёрлинг зародился в Швейцарии 500 лет назад. В олимпийскую программу как тестовый вид попал в 1998 году. На данный момент кёрлинг вызывает огромный интерес, зрительский интерес. В России этот вид спорта этим видом спорта занимаются с 1991 года. Высоких результатов достигли девушки. Сборная команда является многократным чемпионом Европы. Сам Александр Орлов тренируется с 12 лет, выступал за сборную команду Казахстана, сотрудничает со Всемирной федерацией кёрлинга. Больше года является тренером Республики Беларусь. Наверное, самый активно развивающийся спорт в мире. То есть в данный момент мировая федерация насчитывает 54 международные ассоциации. Да, и в России сейчас рост кёрлинга в регионах очень серьезный. То есть очень много новых открывается ассоциаций региональных, все больше и больше и больше и больше. То есть кёрлинг, так сказать, шагает по стране. И здорово, что он дошел до Якутии. Это просто отлично. Где, как не здесь, играть в кёрлинг, когда столько снега, холодно, мороз.